Сегодня в полночь по московскому времени подошел срок, к которому свои заявки на участие в выборах должны были подать и кандидаты от партий. Последняя пришла от родной партии, от Марины Копенкиной. Марина Копенкина. Наш кандидат. В ночь с пятницы на субботу Центр избирком прекращал принимать документы от потенциальных кандидатов в президенты. Марина Копенкина, кандидат от родной партии из Саратова, стала последней, записав на телефон эмоциональное обращение к своим сторонникам. Мы успеваем до 12 января 24 часов ночи подать документы. На страничке Центра избиркома в Фейсбуке еще можно найти фотографии всех, кто донес сюда документы. Но в конечном итоге, после проверки принесенного, потенциальных кандидатов от партии осталось 17.